Перезахожусь. Вирус. Все, короче, ставлю на танков метки. Мордонец тут. Вот пока что, если он АФК, то есть что, вдвоем пойдете? Я пока, да, да. Сейчас пока я его тыкну. Все, короче, этому дадите ХК в пати. Блять, надо как-то это... Татапсина еще раз плюс они, я не могу тебя разжаловать, пиздец. Так что пойдет таких. Всем привет. Привет. Здорово. Да. Так, ну и что, ассисты? Ну пускай у вас троих тогда и будут. Короче, это ДКшник, тень убийца. Блять. А шкувы надо будет притащить, да? Да, да ладно, ни одного. Че, ни одного? Все фаеры. Все, я думаю. Я думаю, что можете. Одного МК? Вы что, гоните, что ли? Алло, блять, пуляем трэш, пошли, хилы. Танцы. Чек на ФК, блять. МК. Хилим танка, не роняем, блять. Ты мне даже пиво не дал. Какое сейчас пиво, блять? Хоть пиво там пить. А как дамажить? Это ж панда. Дамажить? А, вы вместе. Я думал, в реале пиво хуярить. Нет, я сама могу себе купить. Это пандарены. Не нужен. Жесткие. Вот Татапсин, осторожно. Ну, вы когда идете, тут 6 или сколько там мобов настакалось. Вы смотрите, чтобы они напулились, там им пол хп снесли примерно. Нет, не летайте на абразуру, потому что вы, вот вы пока бегаете, мы дольше бьем из-за этого. Аккуратнее так играйте. Я чуть-чуть сюда выведу, да? Да, да, ведите туда всю эту парашу. Вон, стаунтите там три танка. Забыл уже, как за шамана играть, давно не играл, блядь. Если надо будет, еще это, Лена, на что там может зайти? Не откидывайте трэш. Наоборот, за спину танку откидывайте, пошел тут. Ну тут, если мы возьмем этого ХК, блядь, ДКшника, уже все фул. Окей. Рарник в танке или нет? Да. Только разорвал. Ты смогу МТ? В танке? Это у меня орган. Ты, ты МТ? Да похуй. Ну, хоть... 69, конечно. Хоть кто. Можешь МТ. Напулим на тебя и все. Ну просто из-за органа, но в принципе можно и без. Орган нормально, только на трэше стакается. Ну вот. Да. Ну ладно. Да не в хп счастье, а брони сколько у тебя? Брони сейчас скажу. 33 тысячи. Нормально. Ну у тебя гир побольше. Так, а... У меня здесь, ну у Мордонса побольше гир, да. Он прям на десятку выше гир у него. Ну у меня тут капы собраны. Стоп, 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 это... это, в истории посмотри ловушки, маги, дайте столик, возьму 100 штруделей, блядь. Нету. Я все убрал. Стыкните столик, берите хилы еду, блядь. Вот, берите 100 штук. Я пожру немножко, сейчас 10 секунд. ХК там аренит, блядь. Все, можете пулять, хипал, идите там у вас фулману. В первую очередь убивайте... Ну, если он не появится к концу зачистки трэша, я просто могу призвать Лену. Да, 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 позовешь просто Лену. А то он аренит там, блядь. Кто знает, может он слакать будет. Вот, отверните слуг трона, офните АУЕ, бейте точечно, блядь, черепок, блядь. Или сейчас нас всех нахуй ваншотнет. Вот этот тень убийца, блядь. Какого хуя ты даешь звездопад, блядь? Танки с луги трона словите. Тень убийца, ты тут? Сбейте каст в слуге трона, заберите его. Тень убийца, блядь. Алло, блядь. Мне в этот взяло. Танку взяло. Да, я внимательно слушаю. Не тыкай звездопад ебучий свой, блядь. Никого не зацепило. Я стал в центре, никого лишнего не зацепило. Ну да, два моба пришли сами по себе. Ханты их призвали, блядь. Лишние мобы. Короче, нахуй, уберите здесь звездопады, хантов, петов, всю парашу уберите, нахуя вы собираете весь инст? Или что, мы на репу пришли, блядь? Кстати, можешь пока вдруг лут поставить. Да. Вдруг чё? А он вроде и стоит. Вы, блядь, лучше не ауешьте, когда слуг трона 5 штук, блядь, в рейде. Танкам же надо на них агрона брать, отвернуть. Хэпалы, хильте танка, ебать. Чё за хуйня? Отражался. Симбион в начале инста стоит, симбион, блядь. Я умер, блядь. А, я понял. Сука, это вы виноваты. Совы и ханты. Кто там спулил вот эту парашу, блядь? Вас просили пулить весь инст? Вот видишь, танк уже сдох. Один остался.
Хильте вот этого танка хорошенько. Умер, не позорь меня. Не прохил. Пиздец, блядь. Я типа все, что есть, прожал. Ну смотри. А, вот теперь ты меня понимаешь, да? Ебать, не устраивайте хуету какую-то, блядь. Ну кто вас просил пулить боковую хуйню вот эту? Да ладно, это все случайно, блядь. Беги, беги быстрее. Вал клятву нажимай, нажал клятву. Жрите, жрем. Рарник, бежишь? Рарника нету. Не люблю вайпы на трэше, бля, это пиздец. Не выполняйте хуйню никакую. Просто аккуратненько играйте. Вот если мы поднимаемся сейчас наверх, убьете сначала черепок, блядь, потом крест. А потом только начинайте. Когда даже черепок убили, можете уезжать в крест, через крест. А уез пула не надо давать, блядь. Слуги разворачиваются в рейд, и мы сдыхаем. Если бы мы не хилили рейд, блядь, мы сдохли уже 10 тысяч раз уже, блядь. И ханты, там, роги на пул, давайте как-то, пачка вот трэша идет, ну там, давайте пул активно на пул. Спиной к рейду. Вот это более-менее. Сейчас эту пачку убьете, рога проверишь, ловушки там. Ну это я спрятался, сейчас вон. Я уже все убрал. Ага, хорошо. Тебе проще агро держать. Хорошо. Бафайте, пожалуйста, танк, каску, кулак. Сразу попало бафом, пока до ребра идем еще, блять, уже чтоб все разбафали. Кто что бафает на весь инс, запомнили? А не так, что, блядь, на ребро пришли, блядь, поели рыбу и, блядь, дайте кулак, нахуй, чтоб такой хуйни не было. Вот пока мы этот трэш бьем, уже мозгуйте там палы между собой, кто что бафает. Все, врывайтесь в эту толпу. То же самое, правый паук первый убиваете, потом через второго играете, потом только АОЕ. Слуг трон отворачивайте, агро набирайте. Точно через паука сейчас все играют. Ничего сложного. Там осторожно, это, хилы в коконах. О, спасибо. Где там этот ДК не раздуплился? Аренщик, блядь. ХК. Ну, короче, если Лена идет, пускай идет. ШПшник нормально будет, заебись. 280 дадим на сурке. Я думаю, даже профа с Ланой можно убить. Ну, если без смертей. Чё там? Всё. Давайте шкаф ставим, сумоним ее и начнем. Так, надо ее сюда свичнуть. Все, это мажем масло, пьем бутылки. Я пока рыбу поставлю. Ага. Есть и рыбу, масло, всю эту хуйню. Так, хилы. Класки приботы проверили, сейчас быстро, чтобы у всех были на 3 часа. Хилы, смотрите как. Значит. Паллайт, твоя частица будет на трэшевозе, симбион твоя на мордонсе будет частица. Хилите через рарника. Мои орехи будут на рарнике. Ну, остальные хилы синтрекс просто это... Что-то там хотаешь, короче, по хуйне там через покрытельство старай играть, кто просажит. Ну, через рарника там и через кого кто там меньше хп трэшевоз. Ну, в принципе, это все хуйня. Я просто цепухи ебашу и все. На вихре, знаете, там... Первый вихрь мордонец, второй вихрь трешевоз по незыбке, и все, и просто вы уже не стоять, мать, и все, похуй. Че, сумон кинули? Шипы моментально бьем. РДД очень много в рейде. Три ханта в рейде, это означает, что РДД, третья, четвертая пати, и сами ханты. Поворачивайтесь, друг друга разбиваете. Хантов надо разбивать, чтобы они били, они не дрочились на шипе. Все, все тут, фулл баф, все 25 тут. Пару секунд. Сейчас ласки откопаю.
Значит, МТ, МТ, кто из вас будет? На кого на пул дать? Давай я по МТ. Давай, все на пулы, все 4 на пула на звездочку. Остальные таунты не жмем, залупу никакую не делаем. Это на мордонце выберите там модельку, его смотрите. Когда вихрь заканчивается, вставайте в его модельку все. Босс идет на него, через него автоатака и рассекающий идет. Стойте вместе, ловите рассекающий. Все, проверка на пул. И будем пулять. Истерию, ты кому мордонец дашь? Блин, у меня по макросу стоит. Хрен. Так, погоди секундочку, я настрою отдам. Нету. Давай, скажите, как готовы. Давай Керус тогда. Да. Чтобы он при твоей проверке тоже в рейд инфу давал. Угу. Так кому предлагаешь кинуть? Ты Керусу кидай ему код. Я, наверное, или Хистори, или Ханту какому-нибудь. Так, а чё вы свичнули мне пати? Мне надо ж... Ну, вы там иридаров каких-то раскидывали? Ладно. Да-да-да. Хорошо, вот симбион. Поели еду? Рел по паладинам, когда Сакру говоришь, говори ник, пожалуйста. Да, пока что не надо, будет там два ДКшника на вихре будут давать чередоваться и все. Здесь пока не. Так, Батожина у нас кто? Лок? Почему масла нет? Я не знаю, на грудаке. Не отображает ни масла, ни фласку. Не показывает. Не показывает масло на грудаке на твоем лок. Нет. Может, может забагалось у нас что-то. Ладно, хуй с ним. Похуй. Все, это, все готовы, это давайте. Фласка. Тебе говорят про масло на грудак. Батожина. Кинь обменный. Сука, и, иди, иди, вставайте перед боссом. Захильте танка. Все, блять, это самое. Нахуй вы пулите, долбоебы. Кто это пулил? Хант какой-то. Долбоёб, блядь. Хилы, давайте, не уроните танков. Крушенька хилим. Да, сейчас даю геру, дал. Все, в огне не стойте, ханты. Сука, кто это спулил? Есть у кого-то аддон, нахуй? Я это спулил. Нахуя? Да случайно, наверное. Дайте человеку минус кролл. Да не надо, никто не умер тогда и... Это, да, потом, после ребра ему дадите там масло намазать. Успели нормально разбафаться. Все, давай этот, кто там, мордонец первую незыбку, давай с этой хуйни выходим. Пошла. В луже не стоим. Иштар, блядь, уже не стой. Не пульте, пожалуйста, так это. Петов аккуратно держите там. То могли бы и вайпнуться. Все, танков хилим. Давайте немножко сдвинемся. Танка холи, свет небес, блядь, кастуем активнее, блядь. Два хэпала, сука. Сейчас сдохнут они нахуй. Лазерная, блядь. Разбивайте хантов, вон. Киртал. Под босса встань, блядь. Румынский разведчик. Разбиваем быстрее два хила на шипар, блядь. Быстрее шипы, сука, РДД, блядь, играем. Чё, ты сегодня так горишь? Устал? Не знаю. Есть такое, да, что-то слишком. Хилов разбиваем. Да вайпнуться неохота, блядь. Ну, хуета какая-то, чтоб получилось. Этот трешевоз не зыбку. Сдал, сдал. В огне не стоим. Отхиливаем, тоже там помогаем. Он мемочка, дай гимн на хп. Сейчас хп сдохнет нахуй. Синтек. Этот тень. Керус, резай синтека сразу. Как можно быстрее. Сразу инером. Сразу щиток ему. В жопу босса встаем.
Ну хильте, хильте хэпалы. Так, шипы разбивайте. Давай, мемочка, гимноману читай. Читай, читай, читай. Ну, блять, мемочка, нахуй. Какая пытка, сука, я говорю гимноману. Сдам гимноману, КД. Блять. А, я понял. Тебе не отображается? Пять нет. Минут еще КД, у мемочки. Я его на ХП просил, не на ману. Ладно, этот самый... Зелен, давай. Чтобы Капуэра долго разбираем. Зелен на ману, давай. Лена. Ага. Блять, тотем проебал просто с маной. Ладно, ничего. Ханта разбейте лазерную, далеко стоит. Цинтек, тень убийцу резай. Мордонис, давай не зыбку. Палайт, давай в массакру. Короче, после вихря резнешь, как к жопе будете подбегать этого тень убийцу. Ага, тень убийца захилься. Тень убийца инер по войду. По шами, да. Че, в жопу босса встаем? Короче, все три гимна на ману КД, я так понял, да? У меня есть. Дать? Да, давай. Синтек закинь по войду. У тебя что-то дохуя маны. Ага, спасибо. Трешевоз. Да. Зыбку. Баш. Зелен, давай гимн на ХП. Только встань там где-нибудь, где лужи нет. Ага, спасибо. Вроде нормально. Блять, маны пиздец мало. Ребята, дико извиняюсь. Задержался, там место осталось для БДК? Не. Все, фу. Да. Частицу на Мордонсе. Я просрал. Один стоял, получается. Ничего страшного. В луже не стоит, ну что вы делаете? Ну, если место появится, напишите, пожалуйста. Да. Долго бьем. Уже да. Третий стрим кидаю. Да, долго. Мана кончается, пиздец. Там, может быть, заменить кого-то надо? А пока нет. А, ты еще только обновляю, у тебя постоянно при вот этом костере или как-то. При вихре он сбивается. Да. Там раз пять надо кастовать его при вихре. Я вот это, походу, не обновлял. Ну да. Так, ребро убили. Так, что у нас там? ДС. Костяной шип какой-то беспонтовый. Отказываться раскидаешь? А я себе закинул. Потом раскидаем. Идем на леди. Сколько не было? Рарник. Не было, не было. Угу. Ебать. Подходите, давайте. Сейчас вторая будем бить. Помощника в сторону отведу. Там хильте, я пока чутка отожру маны. Куда вы помощника? Корова сагрили. Вон два помощника справа, бейте РДДшники. Звездочку поставил. Милики вон учеников вам подъем. А милики эту пачку бейте, миликов тут вообще 5 человек, блядь. Ханты тоже через помощников ебашьте с напулами. Вон помощники, где кружок стоит и один без метки. Их убейте.
Освободите танка. Так, групп лут. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Блять, ёбаный в рот, сука, Калич. Метку не могу выбрать. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Так, ну, Рарник, будешь справа, где звездочка. 2 ДК будет слева, где кружок. Мордонец. Значит, твои два ближних к леди, центральный и ближний к леди моб. А трэшевоз, твой моб с лестницы и ближний к лестнице, окошко. Под морду ревнителям не заходите. Вон помощник, кстати. РДД, все переключитесь на помощника. Вот звезду поставил. Дергните его. Совы, все ханты, ШП, маги. Вон там еще один помощник сагрили. Блять, милики, убегите. Сейчас весь рейд сдохнет, нахуй. Вы видите ник моба? Покидайте тело. Покидайте тело, бегите. Танков нету. Примораживайте мобов. Примораживайте. Танки, покидаем тело, заходим в выезд. Хули вы лежите? Быстрее вставайте. Ну. Написано на мобе помощник. Это значит, надо от него на 30 метров находиться. Вы все стоите. Сагрили его, стоите еще, блядь. Думайте немножко. Заберите ревнителя, он наверх поднялся, где портал. Танки есть внизу, вот. Там с помощниками танк, он сдохнет сейчас, нахуй. Ордоне, забирай помощников. Помощник пошотает сейчас весь рейд. Вот кружок. Вот он пошотает сейчас. Я начало кинул. Короче, как-то по-румынски, я не знаю, агрите вы, блядь, или много агрите, или чё, хуй пойми, нахуя так? Да сагрили нормально, вот это то, что шотнул помощник второй. Такого не должно быть. Надо отводить, значит, если у вас не получается. Кто там? Кто там, ну, получается, я пачку держал, я там держал, все нормально было, и вдруг помощник пошел. Ну вот, в следующий раз от помощника отводи на 50 метров, вот сюда, к ступенькам, к низу. Чтоб такого не было. Это тоже от тебя же зависит, как ты мобов поставишь. Ну да. Вставайте, кто ли, чего вы лежите. Агрите, не, ревнители. Ну, я думал, они не будут мне за спину забегать. Оказывается, ни хрена. Ну, кто-то призвал Пета, ебанул, блять, его, и все. Он сагрил этого помощника. Может быть. Жука бьем, бафаемся одновременно. Прохила мало. Ну да, вот АФК, наверное. Не зыбку дал. Шли второго жука. Шкет, выходи. Синтек, ты где? Далеко где-то был. Все, садимся, отпиваемся, фулл баф. Значит, по танкам я сказал,
ДДР, ДД, значит. Так. Первая группа и третья бьете слева. Трэш. Вторая и четвертая бьете справа. В частности, Бобин Худ, лазерная история. Напуливайте на Рарника 3 моба. 4 моба будут слева. Если где-то мобы раньше умрут, чем с другой стороны, помогаете. ДД, рейтер ДДшник. 3 милика всего или сколько там, не 4. Вроде должно быть ясно. Ну и имейте в виду, там на контроле тень убийца. Челика в контроль берет, кидаешь вихрь. Вот. И служи выходим быстро. И когда выходят мобы, сначала мобов убиваете. Потом только босса свечитесь. На боссе никто не сидит. Рыбу поели? Так, ешьте. Я же ее вроде ел. Лок, какой у тебя вопрос? Чек на пол. Владины, бафайте, кто там каски давал? Люди подыхали, перебафайте их. У всех есть каски. Мы распределились уже, я кидаю реген кулак, симбион каски и этот... И рарник кидает прота. Все, то есть остальные вопросы сразу по факту тогда к ним. Это, идите пуляйте, тут припот не надо пить. Пуляйте, бейте босс РДД. Рыбу уже пожрали 10 раз. Трэш вышел. Все в трэш свечаемся. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Дака, если этот РДДшник выходит с лестницы, либо грипп ему, либо сало кидай. Грипп, но он стал. Ну, а потом сало. Контроль Хурюка. Сейчас панцирь пройдет. Служи, выходим. Моменталку сдал вас. Повезло. Еле спаслись. Немножко по разряжению стойте там. Не по 10 человек. Трэш, свечаемся. Пошли трэш бить. Контроль, псова. Контроль сейчас, готовься сова дать. Если сова будет в контроле, Керус там или Фир дадите, или стан паладин. Контроль. Пока бабл не заюзал. А вот там бабл уже, все ясно. Пробуем захилить. Захиливаем. Трэш бьем. Трэш, трэш, быстрее, ребята. Помогаем. Ага. Чё, бьём? Господи. Контроль. Что случилось, что ты господи зовёшь? Господи, ты чё? Да показалось, кто-то умрёт. Давайте трэш. Да, не вышел еще. Наебал. Выходим, служим. Вот, трэш теперь вышел. Трэш убиваем активно. Прими это благословение и покажи,
чужакам мощь нашего господина. Ты не в силах. Так, контролем. Контролем. Господи, нет. Даю Геру в ДПС. В ДПС. Хорошо, что меня в контроль не взял. В центр леди отводите и рассасывайтесь вокруг. От духов отбегайте. Духи эти в Гере по всему рейду 30 тысяч дамага наносят. Так что их нельзя ловить. Охуярьте. Так, у тебя кила есть там призвать собаку, там ману себе порезать? Блядь, да, как... да, у меня все норм. Ага. Я попрошу, если мне надо будет инер. Ярим. На мою ману вообще внимания не обращай. Контрольте, контрольте. Не убить сову, не убить. Соберите Керус, вихрь, дай. Керус. Сука, он тебя захуярил. Нет. Сейчас. Керус вроде этот дал. Этот, тень убийца. Замолчите, блядь. Керус, этот, тень убийца, резай Керуса. С фулл баф, пока тут дамажим дальше. Все, только от духов отбегать и все, потому что когда моментальные стрелы она сдаст, и это совпадет с взрывом духа по вас, то может вас шотнуть. Так, наверное, хант с этим с магом и сдохли. Контролем пала. Пала это контроль. Отводи леди, стоп, стоп, милики. Там два милика всего лишь, ну ладно. Чуть не захуярили, вот сейчас он сдохнет. Ну это капля, наверное, кинулась. Захиливаем. Все, духи вон появились, бегите от них. Мелизон улетит, сейчас кого-то ебнет. Духи, отбегаем. Служи, выходим. Так, дайте какой-нибудь вихрь. Этот тотем как раз дал, нахуй. Добивайте, короче. Понятно, блядь, эти... всякие бури ваши Т4. Там наверху будет пачка трэша с флажками. Их сразу бьем. Только дракона не вызывайте, блядь, чтобы на 15 не вешался бой. А то мы телепортироваться не сможем. Лесните, три тела, идите. Ваша смерть неизбежна. Ну, если что, еще портал есть там. Там где босс? Сколок там. Ага. Так, давайте. Это пойдем разраливать. Давайте, ДС, сочные килая. Там их два, кстати, может вам по одному накинуть? Один с первого босса. Кила, ты как? Можно, в принципе. А давайте, один вот этот тебе дам, а другой тот ему дам. Который в сумке у меня лежит, боешку ролите теперь. Где-то татапсины, вот это, что вы делаете, блять? Ролят только два человека. Кила. Где там сейчас вас вы найдешь? Не кила. А ты трэшевоз, ага, все. Я-то на трэшевозе просто. Бейте трэш. Вот это параша надо кому-то. Беспонтовый сердцекол. История тебе. Народ, дали инфу, если кому-то это надо. История, если тебе не надо, я на распыл закину. У кого распыл есть? Кивай, у тебя есть на ДЦ? Да, есть. Не надо. А, нет, на этом нет, стоп. На ком есть? Рарник есть у тебя? У кого распыл? Быстрее распыл плюс рейд, сразу закину. Киртал даю, все. Пока от вас дождешься. И вот это параша на танка. Танки рольте. Хорошее кольцо. Трэшевоз. Так, Килай, тебе не надо танком? Товарищи танки, дали инфу, если вам это надо. Ну мне на мейн сюда. Там, дракона сагрили. Дракона сагрили. Ну Мордонцу, видимо, не надо. Нормально, отец.
Ну, я не знаю, я бы поменял, конечно, кольцо. Знаешь? С репы на это, ну, потом подумал, пусть все забрать. Осколок там. Да, да, сейчас, блядь. Отвлекаю, пиздец. Сейчас даю, даю. Забирай. Ё-моё. Забрал? Нет, сейчас. Ты, блядь, опять это самое, тебе надо это? Нет, 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 нет. Вот. Забирайся. Ты через ЕПГП эту хуйню сумел сделать? Конечно, я выключил ее. А. Блять, скажите, сколько там? Ну, просто кто-то снял, я не 31%. Смог. 31%. А, блядь. И ПГП это вот мастер ебаный. Нормальный аддон, мне нравится. Там, когда рут раздаешь, там, во-первых, люди не видят, кто что нажимал, типа какие кнопки там off, main, блять. И удобно смотреть то, что жмет. И там видно, что на челике одета, типа его шмотка, которая вот сейчас одета. Типа прям, ну, удобно смотреть, не надо никого осматривать по 100 раз, очень удобный аддон. Я бы по нему всегда раздавал. Все, пошли, телепортируемся. Ну, рарник в этого, в ретрика. А чё тут моб какой-то остался? Тут бой не будет? Какой моб? Это он, наверное, с Альянса пропиздил. Надеюсь, не будет боя. Если бой у кого-то, скажите. Вон там челики, вы что бегаете тут, маунты? А, нет. Это он, походу, с этого, альянсовский. Давайте. Кто из вас жирнее? Кто из вас жирнее на тот корабль? Да я, наверное. Давай, ты пойдешь. Ранцы берем все. Без исключения берем. Одеваем. Это да, в пушку. Какая пушка? Ты на этом корабле стой. Держи трэш. Напомните, у кого ранец? Я просто всегда на этом корабле был. Ранец берут все, ДДР, ДД. Все вообще. Летают туда. Вот тут, где ДЦ прыгает. Вот у этого моба. В пушку, значит, пойдут Иштар, Бабинхуд, Батош и два соска. И все, пиздец. Остальные отходим от пушек. Лазерная тут. Если не сидел ни разу, что-то там изи, да? Да. Читаешь описание первой кнопки, читаешь описание второй кнопки, нажимаешь первую кнопку, чтобы накопить как можно больше ярости, ближе к сотке. Только не сотку, иначе будет перегрев. И нажимаешь двойку, разряжаешься. Ничего сложного. 90-96, нажимаешь двойку. Вот читай, пока мы до того корабля летим, прочитай описание и подумай там, сколько ярости дает первая кнопка. И на какой цифре тебе нельзя ее нажимать, чтобы не было перегрева. Все просто. Как только к тому кораблю полетим, сразу маги, локи, вот эти СРДД, ханты, начинаем дамажить ружейников, чтобы по нам обстрела не было. Сразу как-то бафайте по хантам, по друидам и по шаману. Нету кассов. Да, кстати. И еще раз дайте. Да, кстати, а чё я без каски, блядь? Кто там? Симбион? Симбион. Так, мордонец. Звездочка. Так, чтобы было понятно, РДД, вы перелетаете со стороны ромбика вот здесь. Мордонец перелетает со стороны треугольника вот здесь. Тут, где он перелетает, тут не перелетайте, клевом убьет Мурадин. Все, можешь перелетать. Ага, все, поехали. Так, встань из-за лодки, выйди, чтоб тебя немножко левее, да, Мордонец. Должны хилить. Я не вижу тебя, лодка заслоняет. Левее еще, левее. Вот левее подойди к этому. Все равно не могу, блядь. Куда еще левее? Ты мордонца не достаешь? Да, что-то я не знаю, или я хуево стою, блядь. Сейчас смотри, где я стою, прыгаю. Вот я отсюда достаю. Вот отсюда достаю, да. Я вот уже, считай, на центр, можно сказать, вышел. А ты меня не достаешь. Сейчас попробую. Вот отсюда. О, нормально, все. Что-то какая-то хуйня была. Че, фул простоишь? Это, холипалы. Это, симбион, ты на том корабле? Ну ладно, три мага тогда простоишь. Не знаю, ну ладно. Так мы посмотрим. Это второй маг уже или первый? Второй. Это симбион, палайт, хильте. Я посмотрю рекаунт, сука, потом, чем вы хилили. На фул хп должен быть мордонец. Вы только его хилите, никого больше не хилите, ничего больше не делаете. Вот пол хп у него нету. Я его сейчас волной захиливаю, стою. Сейчас еще третий маг и будем съебывать. Сбросим один раз.
Синтек там, блять, вот отсюда не достаю. Синтек тоже охота его и исповеди там все эти. Да я держу, не держу, мне норм. Могу и же зубы при необходимости кинуть. Пока рано. Все, вот этого мага убьем, все РДД улетаете. Симбион тоже сюда прилети, и тут стой на этом корабле, зачем там стоит? Прожался. Все, улетайте все. Мордонец тоже улетай. Ждем стаки скинет, и потом уже до конца будешь. Так, ждем, смотрим на Мурадина. Бля, что у меня с маной? Этот, Керус, дай Иннер по войду. Штар залагал, не могу в пушку сесть. Его. Давай, сел. А, тень... тебе одного сета нету. Да, и тень убийцы дай по войду. А по лайт клятву прожми. Все, перелетай, иди танчи, Мурадина. Выхожу из пушки, не вижу сколько ярости. Займите пушку. Это кто говорит? Иштар, правая самая пушка, как брать это, блять. Как смотреть джекпак на тот корабль, да? Где брать джекпак? Ближняя к джекпаку, да? Да-да-да. Вот, услышали, кто на нашем корабле, сядьте, или кто на том перелетите, сядьте в правую пушку. Вот, ага. Пушка свободна до сих пор стоит. Какая пушка? Два косыря пинг. Вот, вот это, где я прыгаю. А хули она свободная стоит? А я не знаю. Ну так садись тогда, блядь. Так я на том. Кто-то сядьте в пушку возле треугольника. Давай, давай, вылазь, я сяду. Мы так, блядь, полгода будем бить, если вы так будете в пушках играть. Чё, это второй, да? Блядь, не знаю, убьют, нет. Блядь, два косаря пинг. А как у тебя ник? Иштар? Да-да-да. Пинг это хуёво, конечно. Три. Начинаем это. Давай, мемочка гимн на ману. Ставлю тотем. Полипал, надеюсь, он порезает. Давай, зелен гимн на ману. Надо будет перепрыгивать. Хилим-хилим ДКшника. Клятвы прожимайте, крылья там, всю хуйню. Синтек, 3 стака это жизни цвета, наебашь на него. Блять, я вот отсюда не достаю его, нах. Мне гренада мордон всё соебнуть. Чё, у тебя по незыбке есть? Зубы кинуть? Да, незыбка есть. Как после, после незыбки попросишь зубы там. Смотри, уже пробивает больше пол хп. Пока ещё рано. Короче, я спамлю уже волну в тебя. Мана. Так, незыбку дал. Килай, давай. Зону. Килай, давай на ману, пока это не зыбка там. Гимн. Угу. У меня вообще берса началась. Берса это хуёво. Кончилась незыбка? Давай зубы ему. Да, зубы. Добивайте пушки быстрее, блядь. Прилетайте, может, уже. 7%. Да, да, уёбывайте, перелетайте. Прилетайте с того корабля. Кровь вампира откатила, супер. Сова, лети домой. О, протонула. Жестко. Ну это из-за того, что пушки долго там, блядь, валаебали. Один залагал, один не сел, блядь. Хуй пойми. Надо, блядь, каждую пушку назначать людей. Хорошо, хоть маг сказал, а то так бы стояли, вбили в две пушки весь бой. Ну вот, так, на эффективное исцеление. Блять, ну я хуй знает. Я нахилил больше, блять, потому что не знаю почему, блять, холи палы, симбион, ну, примерно как я. Палает поменьше, ну и на гир поменьше у него. Так, что тут? А, у нас лут такой стоит. Я релогнусь. Надеюсь, что поможет.
Давай. Так, у кого там ДД есть из хилов? Палы или Друль, или кто? Нету, я понял. Вообще тут вообще никак. У меня совсем слабы там 200, ну чисто квест делать. Не надо. Что? Тогда просто посмотрим, сколько у нас ДПС. Отойду. Бафаемся пока. Сейчас рыбку поставлю. Идем живем рыбу. Блин, все сбежались, так как рыбки в аквариуме в корм всплывают. Я тут. Угу. Сейчас Иштар зайдет, чекнем. Так, ну, Нетри логнул. Сейчас захожу. Давай, давай. Мне кажется, не воля, а плащ какой-нибудь на хила выпадет, блядь. Что, волю хочешь на шамусе? Так, нет. Чек на пул. Принимайте готовность. Сурка еще запускать надо. Пока он еще будет раздупляться. Иштар готов? Поллайт. Сейчас погружаюсь. Чё до сих пор? Каски нет, помагам, блин. Блять. Есть теперь. Секунду, дайте, а. Иштар, чё, ты готов? Сейчас прогружаюсь, надо минутка. Сори. Скажешь, как раздуплишься. Угу, я просто в Ирландии, и телефон на интернет. А, нихуя, чё ты в Ирландии забыл? Чисто выебывается. Да не выебываюсь, просто говорю то, что хуёвый интернет. Так ты в Ирландии? Все равно завидую. Угу. Ну, чё? Переехали. Откуда переехал? Вон от каски, пускай в Рейгинге. С Украины. Лично, все каска есть. У тебя там какие-то родственники живут? Не, просто. А. Чё там, природа-то ну, красивая. Я играл в этот... Да, все очень красиво там, очень. В Assassin's Creed играл, нихуя там Ирландия. Ну вот, Батожник, Тень Убийцы, они принимают готовность. Вы тут вообще? ДПСить будем, нет? Батожина, Тень Убийца. Да, блядь, прием. Батожина, Тень Убийца, блядь, отсутствует. Сука. Охуеть. Там ГП-то за такую хуйню не предусмотрено, я бы уже хуярил. Иштар. За какую? Я пока еще вешу. Бля, ты заебал, блядь. Ты вроде только я что понимал. Я вас обахуй. Короче, в пизду, блядь. Я запускаю босса, мне похуй. Ты висеть будешь, мы так будем дрочить, блядь, до второго пришествия. Да без проблем, запускайте, типа. Если есть еще замена, то... Разлагаешь, подамажишь, не разлагаешь? Нет, блядь. Вылетишь, заменим. Или в 24 пойдем, в пизду. Так, вышел я босс. Я мага хотел с долгоногом потестить. Вот, потестишь. Давайте ебашим. Блять. Что-то тему лучше тут поставить, да? Короче, по меткам, смотрите как, блять. Частицы на танка здесь совсем не обязательно. Значит, хэпалы. Давай, первая метка симбион, вторая метка по лайт, на них частицу ебашите. Третью метку хилю, хилит синтек, четвертую метку хилит войд, и пятую метку хилит ДЦшник. Гера с пула будет, да? Готовьтесь, там 10 секунд до пула.
Забирай. Залупа ДПС. Притон, поближе подойди сюда. Или вообще иди. А, это не притон. Ридди, Лок. Поближе подойди, чтобы цепуха через хрюка шла. Ага. Так, это синтек. Находивай. Мимочка, давай гимн на ману. Сколько меток? Пока 3. Четвертая. Тень убийца, инер по войду. Да. Минус метка. Дает долго. Угу. Ну там 240 тысяч. Хорошо, 230. Этот синтекс за хотевой зелен. Я через историю похилю. На зелен ходки перекидывай. Так, ну давайте. Давай не зыбку. Мемочка, давай гимн на ХП. Давай ДК второй, не зыбку. Короче, по лайт еще массакру дай. Там, а босс захилился или нет? Метка упала. Ну там немножко, но он захиливается. В Гере он побольше захиливается. Там пиздец хуй убьешь. Так, боешка. Ульти боешку. 235 тысяч, ну.
Ну, типа, я вон скрин скинул. Так, рулит трэшевоз и кила. Так, кила я закидываю. Так, два завоевателя вам по одному дам, а там смотрите уже. Идем на чумку. Там квест вроде как на чумку берите. Портал открыли. Я хотел, он меня очень сильно лагает, сори. Но я он скрин скинул флуилку. Если есть какая-то замена, ну типа давайте я сам поспамлю, если надо. А это да Саша не говорил. У тебя с интернетом вроде все нормально, но, по крайней мере, Дискорд у тебя не лагает. Ну вот именно Дискорд, а игра и лагает, вон я скинул банально. Ну попробуй перезайди, удали весь кэш, всю хуйню. Сегодня уже делал. Хилы, танки... У меня просто сейчас прап... Это, ладно, подходите к трэшу, не надо, время идет, блядь. Че вы стали там? Где все? Почему вы ФК ушли? Подожди, раз, два, три, четыре, пять... Я пока семерых еду. Подбегайте сюда. Люди умирают. Сейчас после этого моба уже все подойдут. Подбегайте сюда быстрее на чубку. Где вы, блядь, все? Квест шарит совсем. Не знаю, что вы, блядь, там дрочите возле квеста. Резайте ману тоже на ходу хапал, там клятву прожимайте. Так, вот сейчас Керус закинь попал Light Winner, чтобы его не солить. Да не надо, нормально. Void лут. Какой мут? Чё? Лут, меняй. О, блядь. Ок, лут. Сейчас, сейчас, сейчас. Всё поставил. Я забываю эту хуйню, пиздец. Особенно... Мне просто интересен хлам на пыль. А, ну да. Я из неё масло крафчу. Просто я когда на хиле играю, я как будто в прострации. Я смотрю на этот ебучий Вуду, блядь. Тыкаю кнопки. Когда начинаю что-то говорить. Бывает, вот у нас топовые рылы были. Они, короче, и всеми классами играют. И на хилах рылят вообще похуй. На хилах, по-моему, удобнее всего. Я даже не знаю. Я ходила как-то дамагером, думала ёбнуть. Не, ну ты ну, видишь, ты просто паришься, чтобы тебе... Не сравнивай. ДЦ вообще одна кнопка. Ну да, как бы хилы тоже разные. Да не, ну бывают энкаунтеры, где и ДЦшнику сложно. Просто это зависит... Ну, как тебе сказать? 25 щитков, исповедь, молитва постоянно должна висеть на рейде. Не скажу, что кнопка одна. Там зависит от рейда. Как тебя страхуют, зависит от этого. Если их страхуют, ну еще хорошо. Я где-то хуйней, мне за маной приходится следить. Пошли, 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 не стойте. Что вы так тянетесь долго там? Танки, врываемся. Лут же надо полутать. Там да какой лут? Тут. Это все автоматом распыляется там. Время просто драгоценное. Вот мы уже...